Проверяем самоизоляцию. Откройте нам, пожалуйста, дверь. Милиция с эпидемиологами проводит ежедневный рейд. На этот раз в списке 65 адресов. В этих квартирах контакты первого уровня и те, кто на днях вернулся из-за границы. Не, мы дома сидим. Мы и в Москве 2 недели на изоляции сидим. В Бобруйске часть людей должна находиться дома. Но есть и те, кто несерьезно относится к здоровью, своему и окружающих. Такие случаи скорее исключения, но все же есть. А на чем вы поехали? На своем личном транспорте, да? Вы подвергаете свою бабушку опасности заражения. У вас последний день 16 апреля. По новым правилам дома надо оставаться 14 дней. Можно выйти в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор. Правда, только в маске и перчатках. Соблюдать с прохожими социальную дистанцию в 1,5 метра. Если у самоизолированного дома живет собака и погулять с ней не с кем, то сделать он это может сам. Но выгуливать питомца придется строго в пределах 500 метров. Здесь речь идет о расстоянии от собственного дома. За нарушение режима штраф порядка 1400 рублей. Могут наложить административный арест и даже завести уголовное дело. При отсутствии данного гражданина нами осуществляется поисковое мероприятие, установление его местонахождения, ну и, соответственно, выяснение обстоятельств, почему он покинул или не соблюдает правила самоизоляции. Врачи предупреждают, 85% носителей коронавируса переносят болезнь в легкие и средней форме. Симптомы могут и вовсе отсутствовать, ни температуры, ни кашля. Но если стало плохо, обязательно звонить по номеру 103. Человек прибыл из страны неблагополучной по данной нозологической форме коронавирусной инфекции, и он идет к своим родным, близким, бабушкам, дедушкам и так далее. Представьте, чем это может обернуться, если он будет уже заражен коронавирусной инфекцией. Можно понимать, эти меры помогают уберечь здоровье и замедлить распространение коварной инфекции. Если заранее подумать о последствиях и предотвратить беду, то справиться с проблемой у всех получится гораздо быстрее. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.